На конкурс дети читают стихи, стихотворение собственного сочинения. Ученица 4 класса А, школы 1741, Шишковой Алёны. Стихотворение «Волшебница зима». Идет волшебница зима, ее мы долго ждали, и снег с собою принесла, какого не видали. Я выгляну в окошко и удивлюсь немножко. Все стало белым, как во сне, как будто все приснилось мне. На дереве снежок лежал, а рядом с ним снегирь порхал. Метель и вьюга под окном, а я на улицу бегу. Я сяду на качели и посмотрю на ели. На лапах на душистых лежит снежок пушистый.